Они что думают? Я ничего не вижу. Понимаете? Тео? Ну выключи воду, пожалуйста. Смотри, как она прыщет. Мы сетхо, Фифис. Бауи. Слушай, экот, живе деманды, папа, дакор? Паске се па кумса, дюту. Всем нашим зрителям пламенный привет! Вы на канале Дневник Милы Фрино, и я Мила Фрино, и я ругаюсь. Ну правда, блин, не могу я с этой водой никак справиться, они постоянно ее включают. Я ругаюсь, а они ее постоянно включают и расходуют просто так. И так уже счет фактуры за месяц очень сильно поднялась. Сегодня я не помню, какой день недели, потому что лето и нам пофиг. И я уже в купальнике без косметики и даже без пудры, и вся красная, потому что у меня была маска на лице. Да что я оправдываюсь? Я иду в бассейн заниматься физкультурой. Капец. Вытащите. И тот стул тоже. Ну смотри, с него течет теперь. Кажется, у меня сегодня будет ругательный день. Как придумают что-то, хоть стой, хоть падай. Окей, Google. Peux-tu me chronométrer 30 минут, s'il te plaît? Très bien, un minuteur de 30 minutes. Merci. C'est parti. Что-то в этом домике мы 100 раз говорили уже, что наведем порядок, но никак у нас не доходит туда ни руки, ни ноги. А надо, потому что на эти выходные надо из этого сделать раздевалку для людей. Вот там они мои. Гантели. Вот это на ноги, это на руки. Здесь Джеймсом было покусано, но от этого функции как бы этой штуки не изменились. Я просто одеваю вот это вот на щиколотки, это беру в руки и бегу в воде. Знаете, как хорошо воду из организма выгоняет. Сделала любимое, в кавычках, блюдо Тео, это кальмары. Он их терпеть не может. Кальмар и карамель он не любит. Как ты пьешь? Сядь нормально, что-то как будто какой-то сгорбленный дедушка. Кальмарчиков чуть-чуть сделала и вчерашнее блюдо доедим. Тут немного осталось еще. Так что вот такой у нас обед. Что тебе дать, доченька? Сидишь грустная, как не знаю кто. Что тебе дать? Водички? А что ты грустная? Вот так мы водичку просим, да? Это папа какую-то фигню принес. Это чтобы на стол надо растянуть ее на столе. И... И ракетки он тоже купил. Да, ну а что, он что, на этом столе что ли будет играть? Надо стол специальный. На этом мы не можем. А, тот вот тут пластмассовый, который... Он пришел и до сих пор на телефоне. Хоть бы поздоровался. Тоже мне 100% мужик. Смотрите на него. Сейчас. Смотрите на майку. 100% мужик написано. А сам пришел и на телефоне висит. Да, давай, поломай ее, поломай. Папа будет так счастлив. Только принес, а ты возьмешь, поломаешь. В комментах посоветовал лазурный цвет. Вот смотрите, здесь три лазурных цвета. Вот этот более яркий такой прям. Тут прямо сюля усилив. Я кулёры её помню. Это синий для меня. Вот я между вот этим и вот этим. Сейчас я покажу на цвет. Видите? А он что-то не передает цвет. Себе так поскидал, но кем раз и по нём кулёр. Не передает почему-то цвет. Может, вот сюда его. Так. Вот такой прям лазурный. Вот это тоже лазурный цвет. Проходила мимо, решила вам показать. Это прачечная, где ты приходишь, да, там сам закидываешь сюда одежду и стираешь. Одеяло можно стирать или маленькие какие-то. Видите, здесь есть машинки стиральные. А так в основном они все большие. Но что мне больше всего понравилось? Книжки. Вот так, типа, пока сидите, ждете, пока ваша одежда там постирается, можно посидеть, почитать книжки. А мы идем на паркинг. Я, конечно, очень сильно расстроилась, потому что
Вот мы в прошлый раз, в прошлом году, когда только начали здесь жить, я не знаю, где-то в июне, наверное, да? Подожди, Джеймс. Появились у нас муравьи. Причем, Джеймс, ну вот, сядь нормально, ребят. Появились муравьи. Причем, знаете, как-то они появились... А ногти, кстати, так показать, какие я сделала. Кто-то меня посоветовал сделать лазурные, я такие сделала. Появились муравьи, причем, знаете, там то один, то два, то потом на кухне что-то там конфету уронят какую-то дети, и они кучкой туда налетали, а потом исчезали. А потом это было, знаете, в фильмах ужасов такое показывают, как саранча, знаете, вот что-то упало, они прям такой галопом налетают прямо и начинают это поедать. И в этом году примерно то же самое я в огороде когда увидела, что они обратно вернулись. Мне там сказали, кто-то уксусом пытался, сказал, кто-то мыльным раствором. Короче, все это делала. Ничего не получилось. И несколько дней назад я мужу говорю, слушай, мне кажется, нам нужно будет идти покупать то средство, с помощью которого в прошлом году мы избавились от муравьев. Он сказал, да. Так прошло несколько дней. Средство он до сих пор не купил, я не помню какое. Я сейчас уехала, меня не было несколько часов дома. Приезжаю, и просто вот мои глаза в это поверить не могут. Сейчас вам покажу. Вот смотрите, видно их, да, они вот так вот все по краешку, и забегают прямо в дом. Вот смотрите, здесь какая куча. А то, что он дотянул до последнего момента, а сейчас не то, что психанул, а просто сел, да-да, точно, надо купить это средство. И поехал в магазин на ночь глядя, ну, грубо говоря, на ночь глядя, поехал в магазин за этим средством, когда, в принципе, можно было уже там неделю назад его купить. Я просто не помню, какое. Я бы его купила, я самостоятельная девушка. Но когда я спрашивала, давай я куплю, я просто помню, как оно выглядит. Это средство и куплю, потому что до этого мы какое-то покупали, а оно не сработало, и только одно сработало. Слушай, что ты вот это делаешь? Что ты? Отвали. Приходит и мне игрушкой тычет прямо в меня, а потом хочет, чтобы я у него отбирала эту игрушку. Ты тычет, блин. Тыкун какой-то, слышишь? Ты тыкун, блин, иди за муравьями гоняйся. Ну и, короче, он меня сейчас спрашивает, муж, ай, не кусай меня. Он говорит, что будем вечером готовить? Я говорю, знаешь, я на кухню не пойду, что хочешь, то и готовь. Смотрите, сила у него. А? Да? Ха! Ого, он сцепил зубами, обалдеть! Ну у тебя и хватка, Джеймс. Ну у тебя и хватка. Шато мой. Что это за котяка тут лежит? А ты что шумишь? Мне твоя кость не нужна. Все равно приносит мне. Похвастаться. Керт, ну ты говорят, я тебе мало показываю. Покажись. А то ты редко дома бываешь в последнее время. Все по девочкам там ходишь, видимо. Интересно, а что будет, если идти и упасть? Иду, я такая иду, и Джеймс такой. И я такая иду, и такая... Хочешь, мадам? Там-тара-та-тарам. Ну, у тебя и харя. Ты посмотри на себя. Ну, у тебя и харя. Это харя. Это, знаешь что, это не лицо, это не морда, это харя, мой друг. Это самая настоящая харя у тебя. Знаешь, на кого ты похож? Я придумаю. На кого ты похож? Давайте, зрители, пусть придумают, на кого он похож, вот когда он вот так делает. На кого ты похож? А? На кого ты похож? На кого? На кого? На кого? На Чубайса. Чубайс! 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 Как ты хочешь, мадам? Та-да-да-да-та-рам. Эй!
Кто спит у меня под кроватью? И кто спит у меня на кровати? Что это за звери такие везде? А что ты делаешь? Что-то ломает уже, смотри, что-то ломает. Что ты ломаешь? Где ты это взял? Эти палочки. Слушай, что-то мне похоже, что это какие-то кусочки мебели. Сыну. Это кусочки какой-то мебели. Ну нет, вроде. Не знаю. Ну лучше оставь там, пусть будет, мало ли. Хорошо? Чубайс, оси. Чубайс, оси. Давай, твоя очередь, иди с ним играйся. Мама пойдет кушать готовить. Или пойду морально помогу вашему отцу бороться с муравьями. Дусимо. Эй, зверинец! Ну, мы размножились, товарищи. Смотрите, как нас много теперь. Я сегодня делаю макароны из киноа с бобами и с семгой. А это для меня как наркотик. Надо их очистить сейчас от кожуры. Но я очищаю, сейчас, подожди. Оп, вот так. И вот эту вот штуку лопаю. Я вот так вот очищаю, получается, и лопаю за обе щеки. Просто вкусняшка неимоверная. Для меня это наркотик. Это надо было видеть. Муж проходил мимо и такой... Видимо, совсем ему тяжело. Я пойду пока в бассейн помассирую спину, то что-то не знаю, почему сегодня именно болит спина. Уже сколько-то недель не болела, а тут заболела спина. И я это скажу на камеру, чтобы потом не забыть сказать Ирке, потому что когда буду делать монтаж, то услышу это и вспомню. Дело в том, что ее Ваня, муж, он же мясо не ест, молоко не пьет, яйца тоже не ест. И вот как источник белка, вот эти вот бобовые как раз очень бы ему подошли, потому что они реально, это белок, самый такой хороший, настоящий белок. И самое главное, это очень вкусно. Тут просто такая фиговина, откуда вода идет. Я тут и пятки массирую, и сажусь, и спину массирую. Это у меня этот массажный салон прямо здесь какой-то. Бедный Моби. Я его нашла абсолютно мокрым. Возможно, его уронили в бассейн, смотрите. Я надеюсь, что игрушка не испортится. Я его повесила здесь, извинилась. А это мое сегодняшнее блюдо. Это лапша из киноа. Здесь вы видите почищенные бобовые, семга, лимон, немного салата бросила. И тушь-финаль, как говорят французы, заключительный этап. Это, знаете, что это? Это фрит из лука. Лук-фрит, можно так сказать? Вот, лимончиком полить. Мня-мняшечка. Кстати, не знаю, где я такое видела или слышала, но говорят, что лайки и плохие, и хорошие помогают каналу развиваться. Поэтому, кто поставил лайк, тому мячик в лоб, тому мячик в подарок. Вот так вот. Спасибо, что были со мной. Я заканчиваю влог, делаю упражнения для спины. И в бассейн, как только деток уложу спать. Да и тем более, смотрю, фокуса уже никакого нету. Значит, точно пора прощаться. Всем пока! Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.